1978 год. Первые случаи неизвестного заболевания в США. 1982 год. Введен термин СПИД. Ученые ищут причину возникновения болезни. 1983 год. Люк Монтанье открывает вирус ВИЧ. Это открытие принесет ему Нобелевскую премию. 1984 год. При переливании крови заражен вирусом ВИЧ американский подросток Райан Уайт, которому было суждено стать самым ярким борцом со СПИД в мире. 1985 год. Доказаны пути передачи заболевания, введен первый тест. Точно определены характеристики заболевания. Элтон Джон выпускает песню «That's what friends are for». Средства от продажи сингла идут на поиск лекарства от СПИДа. 1987 год. Активист Клифф Джонс создает первый квилт. 1988 год. ООН объявляет 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИД. 1991 год. Умирает всемирно известный певец Фредди Меркьюри. Художник Франк Мур создает красную ленту, знак надежды на то, что будет найдено лекарство от СПИДа. В ноябре 1991 года 70 тысяч поклонников, пришедших на концерт памяти Фредди Меркьюри, одели красные ленты. В 1993 году стартовала масштабная кампания «Бенетон» против СПИДа. На постерах итальянской фирмы появились фотографии частей человеческого тела со штампами «ВИЧ положительный». 1994 год. Яркий пример появления темы ВИЧ в кино. Выходит на экраны фильм «Форест Гамп», главная героиня которого умирает в конце от вируса ВИЧ. 1995 год. Появление препаратов высокоактивной антиретровирусной терапии. Это принципиальный прорыв в лечении, который позволяет победить СПИД. 2012 год. Мир стремится к достижению цели 0 новых случаев заражения, 0 дискриминации, 0 смертей от СПИДа. Россия. Около 700 тысяч случаев заражения ВИЧ, и эпидемия продолжает стремительно распространяться, не делая различий по полу, возрасту, национальности, социальному статусу. Мы должны ее остановить.